держу! Я держу! Давай! Чисто! Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Внимание, выход на исходную через 5 минут. Прием. Принял. Эй, кто-нибудь вообще в курсе, что мы тут, блядь, делаем, а? Не будь долбанным нытиком, Монтес. Я просто говорю, братан, что если дело в ССО, то нам надо в Иран, не в Ирак. Они переходят границу, друг. Они те еще ребята, да? И цацкаться с ними нельзя. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Ситуация развивается. Высаживай команду как можно быстрее. 1-3, понял. Конец связи. И за каким хером мы тут остановились? Наша цель в 20 километрах к северу. Не знаю, Монтес. Да, пора выбираться. Так, двигаем. Пошли. Похоже, на вечеринку мы опоздали. Где десантная группа? Вон туда, направо. Спасибо. Ты когда-нибудь задавался вопросом, какого хрена эта часть шарика постоянно бурлит? Блэкберн! Добро пожаловать, господа. Как вы все уже знаете, мы имеем дело с повстанцами ССО из Ирана, опасными фанатиками. Я настоятельно рекомендую вам помнить, что не жители этой страны ваши враги, а ССО. В 9:30 мы потеряли контакт с отрядом Гадюка. Они проверяли информацию о бомбе, заложенной в районе рынка Спинза. Так себе райончик. Мы подозреваем причастность ССО. Ваша задача — найти морпехов, оказать поддержку и при необходимости вызвать эвакуацию. Вы наши силы быстрого реагирования, господа, и я доверяю вам. Найдем наших морпехов. Займемся этим. Пошли. Сенсор высоты. Поставить на 500 метров. В зоне выброса ветер спокойный. Отклонение будет минимальным. Полагайся на сенсоры высоты. Спускайся на постоянном тоне. Давай! Кислород пошел. Красный включен. Красный включен. Дима, опусти платформу. Смотри, не расхерачь ее. Целься четче.
По прибытии доложу. Стойте! Так, Тим, на крышу, займи позицию и прикрывай туда огнем, а мы их внизу задержим. Там, за дверью лестницы, справа! Глухой, что ли? Вперед, вперед! Вашу мать за ногу! Через них мы не пройдем. Никогда и ни за что. Вижу войска противника. Собираются. Десантирование исключает прямую дорогу. Что за хрень там творится? Они здесь по той же причине, что и мы, сержант. Мы теперь воюем с Россией или как? По тебе стреляли? Да. По военной доктрине надо отвечать огнем на огонь. Это не война, а чисто технически. Понимаешь, о чем я? Да, сэр. Я о том, что мы должны попасть туда первыми. Думаешь, русские здесь просто так? Они прикрывают свою жопу. Мы знаем, что они работают с ССО. Теперь пора двигать. Ладно. Просто закончим одну войну, начав другую. Это охренительно! Монтес, ты слышал приказ? Пошли. Через них мы не пройдем. Никогда и ни за что. Бродяга 1-3, бродяга 1-4 на связи. Мы на подходе. Какова установка? 1-3 готов. Прием. Принято. Мы быстро приближаемся. Конец связи. Это Коул. Какого хера он ведет штурмовой отряд? Что-то тут не так. Так, туши свет. Надо затемнить зону высадки. Давай по готовности. Дим, я надеюсь, что американец сделает в Нью-Йорке все как надо. Группа твердила правила игры? Да, самое главное — захватить ядерное оружие, чего бы это ни стоило. А как же французская полиция? Если бомба взорвется, то обвинять будут Россию. И миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон — долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет отомстить. Соломон может быть и псих, но он отлично знает, как достичь своей цели. Дим, ты помнишь, последний раз мы здесь были под Триумфальной аркой? У могилы неизвестного солдата. Помнишь, что ты сказал? Если бы люди знали, как многое в мире зависит от нас. Да, сегодня пара человек узнает, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Но я в себе это стараюсь подавить. Приближаемся к бирже Euronext. Мы в зоне подавления от фондовой биржи. Дима! Дим! Включаем блокиратор! Соломон не может активизировать ядерный чемоданчик дистанционно, если мы будем неподалеку. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься! Помните, в ядерный чемоданчик не стрелять, он может повредиться, и тогда всем хана. Все готовы? Давай, давай, жми на газ! Давай! Сукин сын! Ой, давайте уже! Пошли! Пошли быстрей. Вижу. Чувак, это сраный полтинник. Не высовываться. Точно в отеле. Перебежками по укрытиям. Надо его выбить. Готов, пошел. Двигаемся. Иду. Пошли. Двигаемся. Иду. Сюда. Спускаемся на край. Он башку высунет, тут мы его и шлепнем. Ага. Ближе к стене. Блэк, жди, пока мы на позицию не выйдем. В кучу не сбиваться. Вперед! Так его видно? Есть. Блэк, давай! Черт!
той стороне улицы. На полпути где-то. Прочно засел, котёныш. У меня гранатомет есть. Дай его Блэку. Блеснуло. Размажь его. Давай, братишка! Я тебя прикрою, и ты ему всадишь. Он не высунется. Готовность. 3, 2, 1. На подавление! Это было красиво. Мы крутые? Мы крутые. Давайте найдем этот патруль. 1-3, занимайтесь.